Казахский музыкально-драматический театр имени Абая готовит новую постановку. В этот раз спектакль посвящен судьбам женщин, ставших жертвами репрессии. Режиссером постановки является Батырбек Шамбетов из Кустаная. В 1937 году в Акмолинском лагере жен врагов народа, построенном по специальному приказу Министерства внутренних дел СССР, содержались под стражей до 20 тысяч женщин. Это место страданий позже стало известно как Алжир. В данном лагере жестоко обращались даже с беременными. В результате в лагере родилось 1507 детей, подавляющее большинство из которых погибло от голода и холода. Множество младенцев и матерей также погибли во время этапирования в лагерь. Одной из таких мучениц была супруга Сакена Сейфуллина Гульбахрам, которая потеряла своих сыновей по дороге в Алжир. По словам Асель Нурлановой, актрисы, исполнившие роль Гульбахрам, сыграть женщину, пережившую такие страдания, было очень сложно. Многие из наших граждан были расстреляны. Батырбек Шамбетов, режиссер из Кыргызстана, который сейчас работает в Казахстане в Кустанайском театре, поставил спектакль на нашей сцене. Это очень больно, потому что раньше мы воспринимали Алжир просто как исторический факт, а теперь, играя в спектакле, мы осознали всю глубину трагедии. Только женщин прошли через эти страдания. Режиссер спектакля Батырбек Шамбетов приехал по специальному приглашению и в течение месяца работал с актерами театра имени Абая. Ранее под его руководством вниманию публики был представлен спектакль Мар Баджиева «События» в исполнении молодежного театра «Даригай». Оба спектакля занимают особое место в сердцах жителей Семия. Это инсценированный спектакль, основанный на документально-публицистической повести «Алжирский архипелаг». В этом спектакле рассказывается о женах алашевцев, расстрелянных в 1938 году во время репрессий. Спектакль показывает, как человек жил в тоталитарном режиме, какие были его будни и как клеймо «враг народа» погружалось в его душу. Отметим, что премьера спектакля «Алжир о женщинах и родственниках выдающихся казахских общественных деятелей» состоится в сентябре. Асель Айдар, Султан Жоламанов, Аян Мухтарулла, телеканал «Семей».